Всем привет! Это магазин Divers. Меня зовут Максим Селиванов, и у нас тут просто горящая новость. К нам, наконец, приехали костюмы американской фирмы Henderson. Вы спросите, чего это мы так возбудились? А ответ прост. Эти ребята делают лучшие в мире костюмы. Просто лучшие, без каких-либо оговорок. Это самые мягкие, самые эластичные и, что очень важно, самые легкие костюмы во вселенной. Человек, который попробовал дайвинг в костюме Henderson, просто откажется нырять в каком-либо другом костюме. Просто представьте себе, что ваш костюм облегает вас как вторая кожа, не сковывает движения, практически ничего не весит по сравнению с другими костюмами. Вы, конечно, можете мне не верить, но это же проверяемая информация. Просто убедитесь в этом сами. Эти костюмы очень легко надеваются и не менее комфортно снимаются после погружения. Многие из вас при натягивании резиновых мешков, которые другие производители по недоразумению называют «наши лучшие гидрокостюмы», пользуются целлофановыми пакетами, чтобы как-то в них залезть. С костюмами Henderson вам это совершенно не нужно. Более того, у костюмов Henderson даже молний на руках и ногах нет. Как же так, спросите вы? Все дело в магии фирменного неопрена Henderson. Обычным костюмам, которые делаются из довольно плотного, тяжелого и не особо эластичного неопрена, молнии нужны якобы для удобства надевания. Но на самом деле, когда неопрен не особо мягкий и не может похвастаться идеальным прилеганием к телу, эти вот самые молнии вкупе со всевозможными дополнительными обтюрациями на руках и ногах очень нужны, чтобы минимизировать циркуляцию воды вокруг вашего тела. Henderson'у все это не нужно. Эластичность костюма просто запредельная. Пожалуй, это единственные костюмы, в которых вы можете заниматься вообще любым видом спорта, включая художественную гимнастику и шахматы. Наденьте обычный костюм и крутанитесь в нем на турнике, чтобы потом купить себе Henderson, потому что он это выдержит. А вот обычный гидрокостюм, скорее всего, порвется. В общем, я почти успокоился от первоначального шока, а пару костюмов уже продал. Но давайте обо всем по порядку. Сразу начну с лучших костюмов даже по меркам самого Henderson серии Green Prem. На данный момент на рынке нет ничего подобного. Пока остальные производители выбирают между сортами неопрена с Алиэкспресса, Yamamoto, Шейка, Карбонат или еще что-то там, Henderson создали свою формулу. Костюмы Green Prem созданы из депротенизированного натурального каучука, сахарного тростника, растительного масла и переработанных устричных раковин. Короче, эти костюмы сделаны, в общем-то, не из неопрена. Сами кудесники из Henderson скромно назвали это изоляционной пеной. Она легче, чем неопрен, теплее, чем неопрен и эластичнее, чем неопрен. Снаружи эта изоляционная пена покрыта специальным материалом Aqua Silk, который сделан из переработанных пластиковых бутылок с добавлением спандекса. Этот ламинирующий слой очень быстро сохнет, он долговечен и устойчив к стиранию. Так что если вы борец за экологию, то надев этот костюм, можно испытать культурный шок и неподдельный экстаз. Внутреннее покрытие по виду и на ощупь напоминает какой-то очень приятный и мягкий плюш. Оно также сделано из переработанного пластика, специальной технологии. Henderson заявляет, что на данный момент в индустрии костюмов для дайвинга нет более мягкого, более теплого и более эластичного покрытия, сделанного по настолько экологичной технологии. Плечи покрыты специальными эластичными накладками, колени закрыты кордуроподобным материалом, устойчивым к стиранию. Никаких молний, ничего нигде не оторвется, комфорт просто тотальный. Green Prem вообще не сковывает движение. 3 минуты после того, как вы его надели, и вам начинает казаться, что это не костюм, а просто вторая кожа. Одним словом, это уникальный костюм для дайвинга, у которого вообще нет никаких конкурентов. Если честно, объяснить это словами людям, которые привыкли к тяжелым неопреновым костюмам, ну просто нереально. Просто у человека, который всегда нырял в привычной резине, просто-напросто отсутствует необходимый понятийный аппарат. Как говорится, если слаще репы ничего не едал, то не поймешь. Но можно попробовать у нас в магазине. Нам не жалко. Далее. Пришли костюмы Henderson, которые вы уже могли видеть или о которых вы могли слышать. Henderson Thermax. Эти костюмы являются вершиной того, что можно сделать из неопрена. Более того, пока остальные компании пытаются делать неопрен из извести, называя его экологичным способом производства, Henderson делает неопрен из матушки нефти. Этот неопрен легче и эластичнее, и теплее известкового, но и дороже. Впрочем, такое качество эту цену оправдывает. Этот неопрен имеет эффект памяти, то есть принимает форму вашего тела, гарантируя идеальное прилегание к нему.
Внешнее покрытие из нейлона и спандекса выполнено по особой технологии, которая позволяет внешнему материалу быть таким же эластичным, как и внутренняя сердцевина из неопрена. Внутреннее покрытие напичкано технологиями, как арбуз семечками. Используя какой-то хитрый технологический процесс, Хендерсон наносит на неопрен изнутри титановый порошок в смеси с не менее специальным клеевым материалом. Это увеличивает теплозащитные показатели костюма, а следом за этим вот титановым напылением идет одна из главных фишек Хендерсон – материал Fire Fleece. Это сверхэластичный синтетический флис с низким ворсом, который сводит к минимуму циркуляцию воды внутри костюма. Отлично сохраняет тепло и дарит комфорт даже во время самых длительных погружений. Вот эта вот комбинация технологий и магия настоящего нефтяного неопрена позволяет получать костюмы, которые легче и гораздо теплее привычных известковых гидрокостюмов для дайвинга. У термаксов тоже нет никаких костылей в виде молнии и специальных обтюраторов. Они этому костюму просто не нужны. Так что, если вы ищете легкий и максимально комфортный теплый гидрокостюм, то костюмы Хендерсон смогут вас очень-очень приятно удивить. Это действительно лучшие на данный момент костюмы для дайвинга. А еще к нам пришли очень приятные лайкровые костюмы Хендерсон. Сделаны они из такого материала, что остальные лайкры на их фоне кажутся волосиницей кающегося грешника. Скажу по секрету, материал настолько хорош, что именно из него отшивают довольно специфические одежки для женщин и мужчин с изысканными, но необычными потребностями. Качество исполнения просто нереальное. В общем, приходите к нам, у нас есть новое и красивое. Ссылки на озвученные товары вы найдете в описании. Вам хороших погружений, нам лайк, шер и репост. До скорых встреч, друзья!